20 октября профессиональный праздник отметят работники пищевой промышленности, а тех, кто кормит людей самыми вкусными сладостями. Наш следующий материал из цехов кондитерского объединения «Славянка». Вот они, настоящие какао-бобы. С них начинается шоколад. Максим Щедрин, 9 лет в профессии. Сегодня трудится оператором линии, где рождается настоящий шоколад. Профессиональный праздник работников пищевой промышленности – это и его день. На «Славянке» есть собственное производство, позволяющее делать самый вкусный и полезный продукт. Наверное, мы те люди, которые исполняют мечту. Мы делаем шоколад, кормим детишек, взрослых. Как бы в качество, вкусно, все свое. Изначально очистка какао-бобов, дальше сушка, дробление на оборудование, обжарка и уже механическая обработка. То есть какао-бобы стираются до жидкой массы и перемалываются до определенной фракции. И образуется уже шоколад. Над созданием более 400 видов различных кондитерских изделий трудится многотысячный коллектив кондитеров «Славянки» на 4 площадках – в Старом Осколе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ульяновске. Бренды компании известны по всей России и далеко за ее пределами. Качеству особое внимание на всех этапах производственной цепочки. Очень большое внимание уделяется непосредственно качеству, потому что покупатель смотрит на внешний вид, ему хочется кушать вкусную конфету, которая соответствует и необходимым для него же параметрам, чтобы было и вкусно, и сладко, и красиво. Для этого мы шоколад обязательно темперируем и проверяем на темпериметре. Химики и технологи на кондитерском производстве всегда в цене. Они задают тон вкусу и качеству. Специалисты в сфере пищевой промышленности сегодня востребованы. Производственная лаборатория – это одно из структурных подразделений, от которого зависит очень многие этапы производственного процесса. В 2011 я закончила университет и пришла сразу на работу, простажировалась на должность инженера-химика. Придя сюда на предприятие, я поняла, что это интересно, это познавательно, это вкусно, в конце концов. И я поняла, что это мое дело. В пищевом секторе, так же, как и на многих других производствах, есть свои династии. Родители плохого не посоветуют, поэтому неудивительно, что многие дети идут по их стопам и надолго остаются в профессии. Во-первых, я училась для пищевой промышленности. Во-вторых, у меня здесь работает больше 20 лет мама. Она привела меня сюда. В-третьих, это конфеты, это то, что связано с детства с нами. Мы всегда доставляем радость людям. Здесь светло, тепло, уютно, здесь хороший коллектив, зарплата, что немаловажно. У каждого сотрудника кондитерского объединения своя история встречи с профессией, которая и определила дальнейший путь. Но все как один уверяют, что именно коллектив «Славянки» дал силы для профессионального роста и утвердил в правильности выбора. Здесь учат, здесь помогают, здесь поддерживают. Пищевая промышленность, она всегда будет на первом месте. Всегда хочется людям кушать, поэтому выбрал такую профессию. Потому что это стабильная заработная плата, полный соцпакет. И еще немаловажно, что «Славянка» – это большая дружная семья. Моя операция – это выпечка вафельного листа, конфеты обыкновенного чуда. В нашем ассортименте много такой конфеты. У нас есть сливочная конфета, классическая конфета, шоколадная конфета. Вся конфета качественная, вкусная. Если вы тоже хотите попробовать себя на кондитерском производстве, обращайтесь в отдел кадров предприятия по адресу улица Первой конной армии, 65. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.